Американскому миллиардеру Дональду Трампу грозит крупный штраф – 40 миллионов долларов. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. Иск подал один из студентов его учебного заведения университета Трампа. Там обещают, что все выпускники станут богатыми сразу после окончания курса. Но по утверждению истца, лекции и семинары оказались бесполезными, а сам Дональд Трамп ни разу не встретился со студентами. Прокурор считает, что миллиардер использовал свое имя как приманку для клиентов, снимал с них по 35 тысяч долларов, но качеством обучения никогда не интересовался. Сам бизнесмен все обвинения отвергает. Дональд Трамп входит в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes, и его состояние оценивается почти в 3,5 миллиарда долларов. Трамп владеет строительной империей в США, а также занимается туристическим и горным бизнесом и возглавляет самый престижный международный конкурс красоты «Мисс Вселенная».